Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Всемирно известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди сыграл на фоне тающего ледника, чтобы напомнить всем, что стоит на кону, пока продолжается процесс глобального потепления. Музыкант играл на мини-рояле, установленном на специальной платформе, плывущей мимо рассыпающегося ледника в Норвегии. Элегию для Арктики Эйнауди сочинил специально для этого случая. А в первый день новой рабочей недели на Крымском полуострове будет тепло. Далее подробнее. На западном берегу малооблачно, без осадков. В Черноморском температура воздуха днем плюс 32, ночью плюс 24. В Евпатории и Саках жаркая и солнечная погода. Днем плюс 31, ночью плюс 24. В Севастополе солнце будет светить ярко, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 30, ночью плюс 23. Ясный день в Бахчисарае. 33 градуса тепла днем, ночью плюс 21. На южном берегу Крыма благоприятное время для принятия солнечных ванн. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 32, ночью плюс 27. В Феодосии и Судаке солнечно и сухо, днем плюс 32, ночью 26 градусов тепла. В Керчи солнце щедро одарит своим теплом, днем плюс 30, ночью 26 градусов тепла. В северной части Крыма ясно, без дождя. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 33, ночью плюс 24. Ясно в Армянске днем плюс 31, ночью 25 градусов тепла. В центральной части Крыма и Симферополе малооблачно. Дожди маловероятны. Днем 34 градуса тепла, ночью плюс 22. Я желаю вам безоблачного настроения и не переключайтесь, у нас все самое интересное.